Мы живем на Великой Смоленской земле. Говорят, что именно здесь происходили события, вошедшие в историю на века. Смоленщина – мать великих людей России. Говорят, что именно люди прославляют ту землю, на которой живут, своими делами, поступками. Вот и сегодня мы вспоминаем и поздравляем тех людей, которые прославили не только наш город, область, но и наше государство. Мы поздравляем атомщиков с 35-летием пуска первого энергоблока Смоленской АЭС. Этому торжественному событию предшествовал не один год напряженной работы многотысячного коллектива специалистов, их семей, всего Десногорска. На сегодняшний день Смоленская АЭС – одно из ведущих энергетических предприятий. Станция вырабатывает 1/7 часть всего атомного электричества России. Смоленская АЭС – признанный лидер в области охраны окружающей среды. За особый вклад в природоохранную деятельность атомная станция удостоена международного экологического сертификата, а также главной премии международных экологов, как лидер социально и экологически ответственного бизнеса. Мы, подрастающее поколение атомщиков, гордимся вашими достижениями, ведь вы несете свет, тепло и радость в дома, наполняя наш маленький, но такой родной город силой и духом Отечества.